Ну чё, пацаны, аниме, да, аниме? Привет! Сегодня у нас снова довольно-таки необычный выпуск. Получилось так, что в мире существует такая вещь, как аниме. Пацаны, ну чё, пацаны, аниме? Моим любимым аниме стал Ковбой Бибоп, который просто обязаны посмотреть. Если любите космос, классные сражения, нуар, драму, отличный джазец и классный юмор и... Короче, вы должны посмотреть его в любом случае. Так, стоп, а с каких это пор я перешел с темы авиации на тему аниме? А я, в принципе, не переходил. Однажды пересмотрел Бибоп и подумал... Чувак, нафига тебе крылья? Ты же, блин, космический корабль. А потом я увидел это. И тогда я подумал... А сможет ли эта штука летать в реале? Мысль заразилась, и ее было не остановить. Вообще, я планировал сделать его уже довольно-таки давно. Но хотел, чтобы это было что-то особенное. И так как это будет наша 10-я модель, это будет прекрасным поводом построить его. Я, честно говоря, понятия не имею, как я буду его делать. Но, в принципе, давайте начинать и будем что-то придумывать по ходу. Разве это не то, что делает наше хобби тем, чем оно является? Кстати говоря, для того, чтобы вас еще больше завлечь, вся музыка в этом видео — это саундтреки из этого аниме. Так что, если вам она нравится, то вы знаете, где искать. Если что, все названия музыки я всегда оставляю в описании. Ну что же, а теперь давайте начинать. Да, знаю, выглядит не настолько похоже, как там. Да, знаю, выглядит не очень надежно, но, камон, вряд ли мы это вообще делаем для того, чтобы полететь. И вообще, все претензии к Sunrise, они это все делали. По-моему, получилось довольно-таки неплохо.
если добавил довольно-таки много груза, потому что центровка у него ужасная, приходилось очень сильно его нагружать. Так что посмотрим, как он вообще будет летать и будет он да, вообще. Так что погнали, разобьем эту штуку. Вперед. Ну, в общем-то, вот мы приехали в Бонпарк. Уже немножко вечереет, но надеюсь, мы успеем настолько хороший момент для того, чтобы разбить его. Вообще, насчет этой конструкции у меня было довольно много каких-то опасений. Да и, в принципе, сейчас есть много опасений, потому что у него очень мало управления. Ну, посмотрим, правда. Мне, честно говоря, не терпится собрать что-то новое. Ну, ладненько, давайте тогда. Если какая-то стройка идет, это не очень хорошо, но попробуем. Ай! Ну, что же, ребят. В принципе, никто не надеялся на то, что это полетит. Надеюсь, что хотя бы некоторые детали остались целыми. Аккумулятор в порядке. Походу, отключился. Ну-ка, на остекление. Ох, бедный этот таком. Зарылся так в землю прямо. Жуть какая. Что же, этот самолет жил не очень долго. Так, он включится еще разок. А, конечно, потому что там уже провод вырвался из приемника. Ну, в принципе, честно говоря, я так скажу, этот самолет я не то чтобы как-то надеялся на него. Вот. Так что, ну, получилось вот так, чуваки. Кто же, блин, знал? А, на самом деле это было реально очевидно. Посмотрите, как оно здесь зарылось носом. Вот так вот просто такой туян док. А, прекрасно. Так, давайте соберем все эти обломки и уедем домой. Мне жаль, что так вышло. Обычно я не очень волнуюсь по поводу самолетов, но из-за этого мне было малость грустно. В любом случае, вряд ли он задумывался как что-то летающее, но я надеялся, что получится заставить его летать хоть немножечко. Конечно, да, он полетел, но вскоре разбился. И на это у меня есть три догадки. Первая догадка – это центровка. Видите, у нас был очень тяжелый хвост, который непонятно вообще производил какую-то подъемную силу или нет, или насколько много он ее вообще мог производить. Также у нас была такая большая фигня спереди, которая тоже делала некоторый вклад. Да и в принципе сама конфигурация очень необычная, так что центровать ее было довольно-таки трудно. Вторая догадка – это управление. Видите ли, мне не удалось поставить руль высоты сзади, поэтому я надеялся, что так называемые элевоны нас спасут. Не очень, на самом деле, спасли. И третий пункт – это дизайн. Я не думаю, что студия Sunrise как-то задумывалась насчет того, чтобы сделать его правдоподобным, скорее красивым. И, блин, это у них получилось просто отлично. Но, к сожалению, даже если это воплотимо в жизнь, то это будет сделать довольно-таки трудно. Быть может, когда-то я его повторю, но это уже будет ближе к тому времени, когда я научусь нормально в 3D-моделировании. Потому что для этого самолета понадобится некоторое довольно-таки сложное вычисление. Но это, скорее всего, будет не скоро, потому что сейчас у меня есть некоторые намного более интересные планы, которые вам точно понравятся. Так что спасибо всем огромное за просмотр. Простите, что не получилось поднять ее в воздух. А так, увидимся в следующем видео. Пока, мои хорошие. Мур!